Жаркая борьба развернулась между хоккейным клубом молодежной лиги «Арктика» и клубом «Россош» из Воронежской области. Почти весь первый тайм урманчанам приходилось сдерживать яростный штурм соперника. Волна за волной гости накатывались на наши ворота. Из мгновения до сирены успели забросить первую шайбу. Наши ребята рук не опустили. Пропущенная шайба только лишь разбудила в сердцах северян спортивную злость и желание отыграться. Эмоции переполняют. Вот. Соперник сильный. Вот. Мы стараемся изо всех сил. У нас есть своя тактика. Вот. Тренер дал нам установку, мы ее стараемся выполнить. За ходом ледовой битвы наблюдали самые преданные фанаты. Криком и свистом они гнали свои команды вперед к победе. Слабенько «Россош» играет. Ну что, первый гол? Я думаю, ваши мурманчане обыграют. Еще никто от нас не уезжал без поражения. Хотелось бы, чтобы команда победила. Желательно в основное время. «Арктика» – команда действительно молодая. Появилась в этом году среди игроков спортсмены не только из Мурманской области. Играют в «Северной дружине» хоккеисты из Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В этом сезоне молодежной хоккейной лиги им предстоит провести 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад». Вот сейчас идет чемпионат, дальше будет плей-офф, и, соответственно, будем поддерживать нашу команду. И, надеюсь, увидимся ее не только на ранней стадии плей-офф, но и дальше пройдет команда. А тем временем на арене развернулась настоящая драма. Во втором тайме «Арктика» сравняла счет. Третий период прошел в равной борьбе. Только в серии буллитов северяне вырвали победу. Итоговый счет 3-2 в пользу нашей команды. Александра Пескова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.